Что это, шаровый бетон? А, это роликсы! Ты че от машины, чувак? Она хотя кто-то есть. Надо полицию вызвать. Если ты в первый раз смотришь видео такого формата, то я тебе сейчас все объясню. Суть челленджа с ограблением звучит так. Мы проникаем незаметно в дом человека, пытаемся скрыто украсть все вещи, выносим все на улицу и потом показываем награбленное хозяину дома. Но если нас спалили в процессе ограбления, то это значит, что челлендж провал. Ну что ж, сейчас мы должны встретить Арута. Мы с ним созвонились и договорились, что он нам предоставит ключи от дома Дава. А вон свои. Он горел 488. О, Арутик, здорово! Вы готовы, дети? Мы готовы! Вы готовы, дети? Да, капитан! Привет! Привет. Пока дождешься. Привет. Здорово. Мы уже снимаем. Всем здравствуйте. Короче, он через час-два вернется. Ага. Поспешите, ребят. Да, ну, 2 часа это норм. Блять, нормально. Часика достаточно. Все, ключи у нас, ребята. Давай, спасибо тебе огромное. Давай, Рутик, брат. Газуйте. Хорошо. Ну что, ребята, ключики у нас, а это значит, что очередное ограбление может быть выполненным. Главное, не спалиться. Погнали. Че ты, блин? Мы все-таки грабители. 2 часа. Это ни много и ни мало, но в принципе норм. Нам нужно найти лифт. О, это лифты. Быстрее, быстрее, быстрее. Здесь есть на ресепшене охранник, нужно не спалиться. А то сейчас выгонят отсюда, какие-то 2 кента с камеры пришли. Тан, ты готов? Я готов, брат. Как думаешь, что там? Да я не знаю, не знаю. Мне кажется, у Давы там хоромы какие-нибудь, дворец. Сюда, быстрее, быстрее. Ключ подходит. Стой, стой, тихо, тихо, потому что уже может быть кто-то там остался. Ладно, свет выключен, это хороший знак. Ё-ма-ё. Я же говорил, дворец какой-то, чувак. О, камон. Давай сейчас проверим, есть кто-нибудь или нет. Эй, кто-нибудь есть в квартире? Мы здесь абсолютно одни. Очень давно мне менеджер просто Дава рассказывал, что есть статья в журнале Times, что в этой квартире есть элементы сваровских, то есть какие-то камни из сваровских. Конечно, было бы круто выковырить эти камушки, и никакой пол, пол как будто в Голливуде. Вот, кстати, может быть пол, посмотрите, вот эти вот штуки. Это же просто свет. Братан, думаю, у нас 2 часа, мы должны просто конкретно, четко сейчас все сделать. Окей. Так, ну что, я готов. Уф, уф, уф. Че там? Че там? Зацени. Это удар. Посмотрите, вы же знаете, что в Дава есть такой мемуаз про то, что он похож на Трэвиса Скотта. И в Инстаграме у него постоянно об этом пишут. И это картина, которая меняется, когда ты ее ворочаешь. С Трэвиса на Даву. Да, с Трэвиса на Даву. Или с Дава на Трэвиса. Ладно, это круто. Ладно, что здесь у нас есть? Есть какая-то статуэточка Дава? Есть какой-то микрофон? Мне кажется, у Давы в квартире очень много всяких интересных таких мелочей, штучек, которые, правда, интересные зрителям. Да, у него, кстати, достаточно большая квартира. Подожди, чувак. Куда ты ушел? Мы должны воровать. Понимаешь, челлендж таков. Поэтому вот мы пропустили духи. Вот что это за духи? Реплика. Я не знаю, что это. Понятно. Ну, вроде вкусно. А вот это что такое? Реплика. Не знаю. Мне понятно. Ладно, ребята, окей. Но вот это, я думаю, что это увлажнитель воздуха, скорее всего. Мы пропустили. Здесь вообще-то есть одежда, а она не дешевая. Вот, например, куртка Off-White. Куртка Off-White стоит вот столько. Саня Монтажник, помоги мне. Нормально. Тут много очень курток, но я думаю, что... Вау, посмотри, какая интересная куртка, я такую не видел ни разу. Смотри, это куртка герцога как будто бы. Посмотри, с такой нашивкой. Охренеть. Выглядит, правда, дорого, я не знаю, что это за бренд, но Саня Монтажник поможет нам. Класс. Окей, ладно, это мы оставим на самый конец. Заберем парочку курток и будет то, что нужно. Куда бы выглядит квартира так, как будто здесь должен быть сейф за картиной, отвечаю. Ну, там ни хрена нет. Опа, кошелечек Louis Vuitton. А что это он делает здесь, если здесь нет Давы? Открываем, смотрим. Мне кажется, Даве пофиг вообще. Так, паспорт, паспорт, серьезно. Ну, это лично, наверное. Ну, тоже лично, ладно, паспорта показывать не будем. Но здесь есть ключи от машины, чувак, от BMW. От X6, походу. Смотри, какой ключ с экраном. Ничего себе. Тут есть ключи от квартиры. Ладно, это уже слишком лично, мы, конечно, так сильно не ковыряемся. Я быстро в туалет. Ладно, пока будешь в туалете, посмотри, пожалуйста, что там есть. Ты хочешь вот реально сейчас ходить в туалет, в унитаз, где как бы чужой совсем, совершенно чужой унитаз? Блин, ну что, нельзя в туалет сходить? Окей, ладно, давай. Все-таки, когда человек хочет в туалет, ничего не сделаешь. Прикольные двери. Я думал, видно, но нет. А, ну пока Миша в туалете, давайте посмотрим эту комнату. О, вот она! Вот ради чего мы собрались здесь. Это же фотография в полный рост с Давой. Сфоткай меня. Смотри, Миша.
Это же полнейший угар. Если это не полнейший угар, то, пожалуйста, удали меня. Ну ты что, аккуратнее, аккуратнее. Давайте поставим это на место, но мне кажется, это самое дорогое, что вообще есть в этой квартире. Но давайте дадим ей шанс. Так, что в коробках? Чуваки, смотрите, это мерч Давы. Это прикольный мерч. Я думаю, что я бы, конечно, его носил бы. Оставим на месте. Хотя нет, давай мы его украдем, положи в сумку. Так, смотрим, что есть по одежде. Собачий корм. О, если у тебя овчарка, то это вот на завтрак чисто. Прикольно. Братан, боксерские перчатки. И, слушай, они по качеству как будто настоящие. Прям, знаешь, не рыночные вот эти вот хрени, прям настоящие. Дава занимается боксом? Да. Нифига, я-то думал, откуда у него пресс такой. Спортсмен. Поборемся? О, гитара есть, бро. Нет, мне больше интересно побороться с тобой. Да гитара есть, бро. Давай, брат, что ты? Нет, подожди. Мы подними камеру вверх. На перчатки. Вверх, подними камеру. Мы на перчатки. Я думаю, что перчатки будут не супер дорого стоить. Ну, явно не дороже кошелька Louis Vuitton. Кстати, мы его взяли? Я не знаю. Мы его забыли. Чувак, ты не взял, кстати, кошелек Louis Vuitton лежит здесь. Опа, опа, стоп, я похож на Даву? Что такое? Собака скулила. Может быть, нет. Какая собака, вы чё? За дверью скулит собака. Вот для кого здесь корм собака. Просто есть какая-то дверь. Мы еще не успели ее открыть. Может, не будем, если там собака. Вы слышите звук? Под этих дверей, может, будет лучше слышно. Так, я, короче, умываю руки. Я быстренько кладу кошелек. Тихо, ключ, тихо. И вот я сюда. Может, это колонка? Может, это не умеется? Открой! Закрыто. Открой! Нет. Да давай, Егор! Да давай! Да что ты стоишь? Ладно, окей. Прям резко открой? Не знаю, как хочешь. Я, пожалуй, отойду. А прикинь, ты здоровая собака сейчас. Я открываю резко. Да давай! Давай. Она сейчас Диму сожрет! Дима, ты где? Сейчас, она добрая, она меня укусила! Идем, Бабик. Бабик. Ай, блядь, мы открыли эту собаку. Эй, Бабик, Бабик. Спасибо. Тут еда, Бабик. Да ладно, чуваки, я знаю, что она добрая. Иди, перчатка есть, перчатка, у меня есть перчатка. Кинь перчатку куда? Есть перчатка. Кинь ее куда-нибудь. Косточка, может быть, косточка сработает. Собака Давы, смотри. Ой, блядь, что у меня есть, капец, какая косточка. Охренеть, буду есть сейчас один. Нахрен эти косточки? Получилось? Да. Это что такое? Открой меня. Смотрите, коробка Давы. О, кепка за любовь. Дом 2. Осторожно, горячо. Ладно, эта комната была очень интересной и не менее опасной. Пожалуйста, представь, если бы это была злая собака. Мы по факту два чувака в темном. Она нас ни разу не видела, она нас просто могла убить. Лови. Блин, давай грабить что-нибудь. У меня до сих пор пустая сумка, только... А, нет, есть кошелек. Кошелек, ключи от машины от BMW X6. Все тут есть. Погнали. Я хочу напомнить вам о том, что менеджер в курсе об этой концепции. И вообще, на самом деле, многие блогеры в курсе о том, что есть такой челлендж, где мы вот заходим прям напрямую в квартиру блогера и что-то тут берем. Поэтому все согласовано, не переживайте, мы не какие-то там вонючие воры. Все норм. И запомните, в жизни так бы не получилось. Это только если ты с кем-то договариваешься. Просто так зайти кому-то в дом невозможно. Это тебе на сдачу. О, брат, спасибо. Погнали дальше. Чего тут есть еще? Блин, квартирка зачетная. Ух ты, ни хрен. У него есть кнопка золотая. Я вообще не понимаю. У них же... О, да, вы есть YouTube-канал? Я тоже не понимаю, в чем прикол. Я реально думал, что он инстаграм-блогер, а не YouTube. Прикольно. У него статуэтки прям такие заряженные. Topical Style Awards 2020. Мода. Чувак. Что это? Лучший дуэт года. Дава. И угадай кто? Киркоров. Да. Офигеть. Офигеть. Блин, представляете, если бы мы Киркорова грабанули? У него же просто хорном и дичаш. У него замок, брат, у него замок. У него, мне кажется, гардеробка, как квартира эта. Ребята, мне кажется, самый финальный босс — это Киркоров. Даже у Моргенштерна в доме не так круто, как у Киркорова, я уверен. Да, он там годами все это собирал, собирал. X-Factor? Серьезно? Что это? А, нет, это RuTV, музыкальный блогер. Я подумал, да, он был на X-Factor, что? Кстати, я никогда в жизни не видел так близко. Жора Мьюзик, типа, ну это, да, платиновый. Офигеть, я никогда не знаю. Так, как будто знаю. Да,
я просто вижу, что у него здесь их много на самом деле. Вот я вижу, здесь еще две стоят, например. Здесь тоже за сингл Трикса. Не знаю, как правильно называется, но Трикса, наверное. Крутяк. Прикольно. И вон еще какая-то есть. О, есть колонка, вот ее-то мы и заберем. О, кстати, она прикольная, кастомная какая-то. Ребята. Дава ее расписывал. Тут есть мат, но мы замажем, наверное. Это надо забирать, Миха, у тебя в месяц? Да, я в руки возьму. Окей. Мы выйдем как нормальный заряженный. Офигеть, посмотрите, что это такое. Что это? Подожди, салфетница? Подожди, я показал. А, это на улице просто салют, я подумал, что кто-то заходит. Так, это что тут? Чувак, это не салфетница, это ключик от чего-то. Опачки, а это уже интересно. Вот тут прям вот так лежало, просто смотрите, это ключ от чего-то. Сейф, клянусь, сейф. Отвечаю, мне кажется, сейф это должен быть. В таких квартирах должен быть сейф. Ну по ним же видно, посмотрите, здесь... Чувак, у него тоже есть машинка для подсчета денег. Так, брат, я нашел джойстик от PlayStation 5. Вырежем это. Я нашел джойстик от PlayStation 5. Вот, я думаю, что здесь есть PlayStation, а еще Дава, походу, только-только покушал и уехал куда-то, потому что его еда осталась даже на... Чувак, PlayStation 5, и посмотрим, какие здесь есть игры. UFC 4, Mafia 3, Mortal Kombat, Injustice, Человек-паук, Одни из нас, Hitman новый, ни хрена себе, а он игроман, GTA 5, Horizon. Блин, надо у него диски попросить поиграть, если честно. Бро, как тебе картина, кстати, вот это вот? Классная. Смотри, что я нашел. Во-первых, оцените, пожалуйста, картины. Здесь нарисован Дава. И здесь нарисован Дава. А вот это вот яйца. Слушай, по-моему, это было на передаче. Камин-аут. Камин-аут, да. Тут написано камин-аут. А, да. Это яйца с камин-аута. В выпуске это было. Вручаем нашему победителю железное яйцо. Раз! Офигеть. И Гудков их держал. Теперь держим. Ты должен забирать. Теперь держим. Яйца Гудкова нужны нам. А, давай, забираем их? Да. Ну давай. А это что такое? Отдельная полка специально, смотри. И это духи. Это не может быть такой парфюм. Если это духи, это да, что это? Парфюм ботл. Вот это пафосная бутылочка, я понимаю. Что это? Ты чувствуешь запах? Нет? Слушай, может быть, это не парфюм, мы просто как лохи сейчас такие, о, это бутылочка парфюма. Ладно, давай ставим. Давай, просто угорает там сейчас. Стеклянная какая-то штука. Стоп! Как я не заметил этого? Посмотри, это же сумка Balenciaga. Опа. И здесь есть что-то. Идем сюда, посмотрим, что тут. Кэш. Блин, слушай, когда вот мы это делаем, мне иногда кажется, что мы, блин, за грань не заходим, нет? Я понимаю, что вам нравится, но нам чуть-чуть стрёмно. И Диме тоже, когда мы лазим по сумкам чужим, достаем оттуда паспорта, деньги. Да, вот такой вот контент, и ничего мы с этим не поделаем. 2021 год, YouTube превращается вот в это. Что тут еще есть? Очки, права, машина и донос капли. Ладно, забираем эту сумку. Ну что ж, эта сумочка Balenciaga стоит вот столько. Это очень неплохо. Очень даже много, я бы сказал. Держи-ка, Миха. Давай посмотрим, что здесь. Так, книги, потом какие-то календарики и утюг. Ничего интересного. Миха, мы забираем PlayStation? Да, PlayStation точно забираем. Кстати, я сейчас хотел написать сообщение, типа, Егорик и Миша Вась, но потом подумал, что прикинь, сейчас Дава зайдет. Кстати, мы забыли про время, осталось-то совсем немного, так что давай ускоримся. Плойку положи отдельно, я в руки ее возьму. И колонку тоже, жебелечку заберем. Да, жебельку я тоже в руки возьму, когда хорошо. Пойдем. У нас осталось не так много, поэтому погнали. Да, здесь ладно, давай спрятаться. Стоп. Что? Что это? Я вижу пауэрбанк и вижу коробочку Louis Vuitton. Коробка Louis Vuitton? Что это, шар Louis Vuitton? Чего? Это что? Что здесь написано, интересно? Ни хрена себе, посмотрите, какой он красивый. Это типа космос? Я не знаю, брат, что это, клянусь тебе, но здесь написано Louis Vuitton. Офигеть, шар Louis Vuitton. Даже я реально удивлен, я не знал, что такое есть. Я тоже. Кладите. Ребята, Саня Монтажник, пожалуйста, брат, узнай, сколько это стоит. Охренеть! Вау, ну вы посмотрите на это чудо. Если честно, это выглядит как подарок от Louis Vuitton, потому что я не знаю, что такое разве продается. Все, ладно, клади, собираем это тоже. Аккуратненько. Это все-таки очень дорого стоит, скорее всего. Погнали туда, в ту комнату. В этой комнате мы уже много чего забрали, поэтому надо по фасту. Что там? Это роликсы. Офигеть. Это часы роликс, которые вот стоят вот столько. Посмотрите, как это круто выглядит, они прям переливаются, еще такие блестящие, вау, класс. Опа, роли на руке получается. Роли на руке, я не жду ЗП. Реально получается, роли на руке, не соврал. Держи, положи сумочку Balenciaga. Ох, ебаче, тут еще и много цепей. Твою мать. Ну, это жестко. Слышите, какой звук они издают? Ё-моё. К
кайф. Картины, у него постоянно картины висят какие-то. И знаешь, все картины какие-то 3D-шные. Ну да. Интересно. Ну, самая классная картина — это там, где он как Трэвис Скотт. Я ищу сеть. Пойдем, там еще есть место. Мих, быстрее, пойдем. Посмотри, что я нашел. Я сначала подумал, что это просто зеркало. Я не знаю, каким образом я почувствовал, что ее нужно открыть. Это гардероб. Там точно должен быть сейф. Здесь очень много кроссовок. И это кроссовки Versace, которые стоят вот столько. Вот, например, это кроссовки Prada, которые стоят вот столько. Или кроссовки Off-White, которые стоят вот столько. Нормально. Круто. Возьмем Versace и Prada. Мне кажется, это самые такие классненькие. Держи. Ну вот эти вот прям балдеж. Давай по одежде посмотрим, что тут есть. Gucci, я вижу, есть. Palm Angels. Это, по-моему, Palm Angels тоже. А это Givenchy. Это Givenchy. Givenchy? Офигеть. Это Givenchy. А это Анархия. У меня тоже такая есть. Vetements? Vetements, да. О май гаш. Ладно, я думаю, этого достаточно. А теперь нам буквально реально, мне кажется, осталось минут 30. Я думаю, нужно просто сваливать. А это у нас что здесь интересненькое? Такое парфюмерия. Угу. Давай возьмем парочку. Давай. Ебать. Что это? Это пуховик Gucci. Он стоит вот столько. Это очень-очень много. Блин, я заметил, у него прикольная картина есть. Смотри, Dava Instamodel. А еще машинки Lamborghini. Посмотрите. Мы забыли, блин, самое важное. Подарки от Dava и Dava. Как я мог вообще про это забыть? Точнее, это же самое основное, самое другое. Аккуратно неси, пожалуйста. Блин, ну честно, типа, я бы хотел бы себе домой вот такой наборчик от Давы. Ты бы хотел себе фотографию в полный рост? Нет. Вот хотел бы такой наборчик, открой меня, типа. Прикольно же. Ну да, кружка, кепка и майка Дом 2. Дом 2! Ладно, ребят, я думаю, что мы можем собираться и выходить уже отсюда. Нам нужно на парковку. И на парковке будет точка, когда челлендж можно считать выполненным. Вот Дава охренеет. Ладно, это слишком много вещей. Я согласен, они дорогие, но давайте будем реалистами. Нам важно, чтобы мы были мобильными и как можно быстрее могли побежать. А это только останавливает нас. Поэтому возьмем просто колоночку и одну вещь из Givenchy. Она тоже недешево стоит. Миха, забираешь приставку? Тяжелая сумка? Да, тяжелая. Блин, капец, там очень много всего, чувак. А особенно вот здесь вот лежат Rolex и пятихаточки. Блин, ты же понимаешь? Я сейчас только это осознал. Да, дружит с Киркоровым. Да. А Киркоров может смотреть это видео, чувак. Мама! А помнишь, ты когда-то мне говорила, что видосы это, ну, сомнительное занятие? Нас может сейчас смотреть Киркоров. Я захвачу Даву. Без Давы мы не уйдем. Может, свет выключим? Хотя пофиг. Пофиг. Стой, ты дверь закрыл. А что здесь? Миша, здесь тоже туалет. Ты закрывал дверь? Я не заходил. Последний заходил Дима. Подожди. Потому что я не помню, чтобы я закрывал на нижний замок. Я не могу ключ вставить. Смотри, он до конца не вставляется. Что за хрень? Ну не вставляется ключ, б***ь. Я сейчас на серьезе вообще не прикалываюсь. А тут типа тупо не вставляется как будто... Стой, тут есть какие-то связки с ключами еще. Может быть мы... Вы положили ключи может туда? Нет, вот ключи, которые нам дал Арут. Может эти подойдут? 100% только этот ключ. Просто он не вставляется, как будто с другой стороны ставлен ключ, понимаешь? Дай попробую. У тебя вставляется ключ? Мешает, да, как будто что-то? Потому что-то упирается. Чел, что за хрень? Может, мы сломали дверь давно? Да ты что, шутишь, что ли? Блин, надо валить быстрее отсюда. А мне сейчас страшно чуть-чуть стало. Так, я не понимаю, в чем прикол. Короче, какая-то хрень, мы не можем просто открыть дверь. И мы попробовали все ключи. И то, что нам дала Рут, связку, и то, что здесь было, мы не можем просто открыть дверь. Может быть такое, что мы сломали замок просто? Нет, вот замок не сломали. Знаешь, в чем прикол? Ты, короче, когда смотришь сюда, здесь не видно просвета. То есть, как будто что-то стоит с той стороны. Типа что? Типа ключ, как будто. Может, давно нас спалил? Как? Ну не знаю. Давай возьмем все сейчас вещи, поставим в ту комнату, я позвоню Любе. На всякий случай. Давай. Спрошу. Вдруг просто сейчас произойдет что-то не очень красивое. Что-то пошло не по плану, да? Ребята, тут какой-то вот прям трэш. Впервые так, что мы не можем выбраться из квартиры. И сейчас это все очень странно выглядит. Ладно, только не нервничай, мы же реальные грабители. Не, я понимаю, но просто ты понимаешь, что если Дава сейчас заходит... Не, ну я думаю, что менеджеры ему, ну, сказали. Ну да. Хотя, подожди, и мы до последнего не будем говорить, пока он сюда не зайдет. То, когда он заходит, ему сразу же звонит менеджер, говорит, не переживай, типа, это блогеры, все норм, под контролем. Ну, у нас тем более так... Дава знает, но... Что это было? Ты слышал звук? Не, вряд ли. Люба, Люба. Тут нету глазка. Люба. Тут должен быть домофон. Слушай, типа, скажи, пожалуйста, камера может. Сейчас у нас просто дверь закрылась на замок. Мы попробовали теми ключами, которые нам дала Рут, но они не открываются. Вообще никак. Такое чувство, что с той стороны кто-то вставил ключ. Ну, Дава же не в курсе о том, что мы в его квартире сейчас. Стой! 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 Стой!
Ребята, спокойно. Короче, видео продолжается, все нормально, мы не в полиции сейчас. Привет еще раз. Привет. Короче, так вышло, мы не заметили, просто клянусь, что Дава заходил в процессе, когда мы грабили, домой он зашел, услышал нас и вызвал полицию, закрыл дверь. Короче, сейчас начал открывать дверь и слышу, что кто-то в квартире есть, я как будто вообще левые люди, потому что ни родственников у меня нету здесь, ни друзей сейчас. Никто не может в квартире оказаться, там какие-то голоса, я не понимаю, кто это. Слушайте, там классно. Ладно, давай заберем. На хате кто-то есть. Сейчас закрою их. Надо полицию вызвать. Как? В смысле, как? Вообще вы здесь оказались, лучше скажи мне. Ну, это у Ани можешь спросить. Мы тут с твоим менеджером все решили, и она подумала, что это будет классное видео, если мы тебя ограбим. Это в смысле, я пришел, я охуел. Я извиняюсь за мат, но я реально охуел, в смысле, я думаю, пиздец. Как вообще такое могло произойти? Я думаю, ну все, что делать? Думаю, сейчас все там уже вынесли, не дай бог. Но я думаю, что зрители больше охуели с нас, потому что нас начали топо паковать. За всю историю ограбления у нас не было никогда, чтобы на серьезке влетела полиция и начала нас упаковывать. Это еще хорошо, я охранника не позвал, он с собой пистолет носит. Ребята, вы теперь понимаете, насколько все это очень опасно? Это реально очень опасно. Если бы вот я бы не знал, он бы зашел бы, если бы не дождались полицию. Вот мог бы быть. Я думаю, мы будем продолжать снимать ограбления, только если ребята наберут 500 тысяч лайков под этим видео, только так. Не надо, все, не набирайте 500 тысяч лайков. Нет, нет, просто нет. Интересно. Моя губа пострадала сегодня. Мне просто интересно, что они делали, пока меня не было. Что происходило в доме? Мы просто ходили. А где, подожди, где моя собака? Собака, это просто угар. Миша, открывай дверь. Ричи! Огромный лабрадор. Сейчас я приду, Ричи. Не надо, она очень такая. Нормально? Ну, я просто боюсь собак, честно говоря. А-а-а. Что мы у тебя взяли? Смотри, мы, конечно же, не выполнили челлендж. Да. Ничего страшного, но зато мы у тебя вот кроссовки классные. О. У тебя очень классные кроссовки, очень дорогие. Вот, мы вот это не успели захватить с собой, но вот это очень крутые байки. Ну, у меня такой скромный наборчик на самом деле. Вот этот вот бокс, я хотел его забрать. Если бы мы это все вынесли, ты бы охренел, прикинь. В смысле, я вообще бы охерел. Это вот моя любимая колонка, ей уже года три, наверное, прошла огонь и воду. Все мои треки, все мои клипы, все через нее. Но здесь богатство. Вот это что такое, расскажи, пожалуйста, это шар Луи Виттон? По-моему, да, если не ошибаюсь. Я не помню, как у меня, откуда он у меня оказался, да, Луи Виттон. Офигеть, а что это такое? Это подарок какой-то? Да, по-моему, это подарок был. Я просто не помню, за что. Крутяк, откуда, это очень классный шар. Очень много бижутерии, это вообще, ну, типа, какой-то просто раз... И роликсы, кстати. И роликсы мы тоже украли. А где роликсы? А, кстати, где роликсы? Обратно вернись. Ладно, вот, короче, роликсы, они здесь, все с ними в порядке. Тебя в них заломали? Я надеюсь, они целые, брат. Очень ценные для меня. Еще пачечка денег. Это же те знаменитые ролли на руке. Блин, ребят, слушайте, у меня есть крутое предложение. Раз уж это все произошло, и у меня тут много подарков, давай для твоих подписчиков сделаем подгон. Нужно под этим видосом набрать 500 тысяч лайков. Это легко будет для них, я уверен, ребята. Да, а мы вместе с Егориком выбираем из комментариев одного победителя, счастливчика. Серьезно? Да, давай вот так вот, один айфон я тебе подарю. Хорош, это хороший подгон. Нужно написать в комментариях роли на руке. Просто напишите роли на руке и влепите один лайк, чтобы было 500 тысяч лайков всего. Я уверен, что вы это сделаете на изи, мы не такое проворачиваем. И вот этот айфончик, возможно, отправится к тебе. Самый популярный, голубенький айфон, ребята. Круто, да, ну сори, что так вышло. Типа, я понимаю, что ты пересрал, мы пересрали, подписчики пересрали, они думали, что роликов больше не будет, но все, слава богу, разрешилось. Там ребятки все. Зато я зарядился эмоциями, хоть я и пересрался, но в моменте я потерялся, потому что я не знал, что делать, потому что ты, когда смотришь это где-нибудь на видео, ты думаешь, я бы зашел бы сделал так, а ты понимаешь, что вы уже там. Просто, а ты снимал на сторис? Ну, типа видео в этом. Да. Хорошо, мы тогда вставим в ролик это будет отличный контент. Все, давай, спасибо тебе огромное. Все, погнали. Да, это было очень круто. Зато эмоции получил. Ладно, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили ему лайк, подписались на канал. Напишите какой-нибудь приятный комментарий. Мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока. Пока. А я вижу, ты не подписан. Жду. На канал. Просто спустись.
подпишись на мой канал. Сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран.